Так, сделал я, собрал точилку для детей. И теперь надо собирать ее. Сейчас отключусь. Okay. Поднять надо повыше. Пятьдесят хватит. Так, это сюда сейчас. Давай, выезжай. Все, достаточно. Можно выключать. Так, берем теперь эту запчасть, которая сделалась. Так. О, как раз место здесь. Все готово, чистое. Ложим. Теперь ложим вот эту точилку саму сюда внутрь. Все здесь подходит. Все вот. Как раз зазор здесь. Все нормально. Теперь, чтобы она не выпадала, есть специальный зажим. Мы его закрываем. Так, закрыли. Надо его затянуть вот таким макаром, чтобы не падало. Все нормально. И теперь последняя деталь. Это вставляем ее. Вставляем и защелкаем. Все. И теперь можно попробовать точить карандаш. Ну-ка я сейчас попробую. Где тут у меня карандаш был маленький? Есть такой карандашик. Сейчас мы карандаш подточим. О, вот как раз сюда. Так, поточили. О, и есть. Хорошо берет. Ну, опять ее можно высыпать. Опять закрыл и все. Детям пойдет. Все.